На нашем телеканале завершились съемки новогодней программы. Они проходили в новом павильоне с новыми декорациями. Участниками программы стали известные исполнители нашей республики. Также приехали представители Дагестана и Ставропольского края. Артисты подарят свои лучшие музыкальные номера, и в каждом отражается свой самобытный национальный колорит. Итак, уже в понедельник в 17:15 выйдет первый выпуск новогодней программы «Добрый вечер, республика». Потолок ледяной, дверь скрипучая. У меня дома два тигра есть. Таких тигров мы на сцену победим. Абсолютный мистер Икс. Я не знаю. Это был очень веселый Новый год, потому что мы праздновали его посреди этого села. Звенит январская вьюга, а ливни хлещут упруга. Карачаево, Черкесия, мой родной чудесный край. Меня хоть серым камнем сделай, Боже, но лишь верни к родному очагу. Ой, ты шледжу банчла, ой, автын муратла, сиздеги куанчха. Это самый красивый праздник. Всю жизнь я мечтала одну игрушку оттуда сорвать. Войсковой запас у нас не иссяк. Будет очень весело. Нас волнует, что же нас ожидает. Вот я хочу развить этот мир. Подарки. Ну, конечно. Как... Если в меру, нормально, спасибо. Тик-ток, часики идут, а стрелки, носики бегут. Страну поздравить с Новым годом. 27, 28 и 29 декабря встречаемся на телеканале «Россия» в 17:15.